И с твоим шумики мы продолжаем родить игру под названием What the Golf? Или What the Golf? Так, у нас уже завершено, в принципе, 72%. У нас, наверное, 5 часов. Нихера себе. Короче, полетели. А, мы с гонками, да? Да, мы с гонками разобрались. Так, теперь у нас какие-то джунгли. Какой-то исследовательский центр. А, ну... Это... Прыг-прыг-бом. Кабауин. Ну, это на самом... даже так. Здесь нужно, короче, проскочить. Да ёлки-палки. А, я не успею, да? Ну-ка. О, ну здесь, короче, поняли, нужно просто прогадать, когда оно прыгнет, и все, то довольно несложно. Не понял, подожди, мне нельзя, чтобы синие, да, коснулись? Так, это сложно. Понимаете, мне главное, чтобы оно еще не коснулся... Это было идеально, это было сейчас идеально. Смотрите, в принципе... А чё так? Я тогда не шарю. То есть мне не хватает немного. Заметьте, синие шарики можно еще вернуть. А, он вообще взорвался. Хера. Да я не понимаю, слишком сложно. А как мне тогда это... Да ладно, я успел. Вот это на самом деле сложно. Я даже не знаю, как это можно будет пройти, если не на удачу. Бэм. Бам. Бам. Бам.
Бам. Бам. Так, а как мне сюда нужно будет пролезть, там, где их две? А, так. Будет сложно, когда нужно будет, не коснувшись бочек. Мне почему-то кажется, такое будет задание. Будет, не коснувшись бочек, скорее всего, и количество каких-то ходов. Ну да. Ожидаемо. Но здесь на самом деле легко. В плане... Сложно, но легко. Да ёлки-палки. Бац. Бац. О, да ж так. Это, ну, вот так. Так, 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 так. Но здесь просто нужно медленно, да и все. Всего кусочек. Ну, я говорю, здесь несложно. Здесь просто контролировать коня. Где его воздушные шарики? Ой, а вот это вот сложно, слушайте. В плане контролировать скорость его понижения. Хотя можно делать просто так. Тук-тук-тук-тук-тук. Да. То есть, если мы даже на другой какой-то части карты это сделаем, то все равно вот этот мощный становится максимальным, да? Так, я понял, мне сюда не пройти. Туда тоже. Мне нужно, короче, сюда. Через верх. Еще добраться туда. Угу, тут тоже закрыто все. Привет. Понимаю. О. Теперь я пила. Почему со мной не хочет разговаривать? Ну ладно. Ох ты ж, ё-моё. Ну тут за два удара можно это сделать. За один? Вы бабо? Как за один здесь можно пройти? По сути, только оттолкнувшись, ну и все. А мана, так это тут пиздец, как сложно, вы что гоните? Здесь нужно, короче... Хорошо, покажу, что нужно. Нужно, получается, полететь так, чтобы засунуться сюда. Найс. Вот сюда он скатится и взорвется в бок. Вот.
Я не понял, что-то не продумано. Найс. А если по нижней просто ебну? Я понял. Боже. О! Ничего себе. Ага. Круто. Почему боточки упали? Да елки-палки, я хотел повыше забраться. Изи. Испытание пройдено. Плюс корона. Что-то я внутрь этого залез. Интересно, тут посылки есть какие-то. Гольф примечаем 82. Не до больше денег, они сокращают зеленый цвет. Что здесь посылок больше никаких не вижу. Яичко. Оно может разбиться, а ну проверяем. Так, я хочу верхнее. Выполни сразу. Первым была курица. Типа, если б я яйцом был, скорее всего, оно разбилось, да? Ну, типа, тут главное, чтобы доехать. Понятно, что за это будет выход, за яйцо. Ой, лучший овец. Почему они так овец ненавидят? Что ему овцы сделали? Ничего ведь. Пар. Порядочность. На самом деле тут можно и за яйцо было пройти. Просто по ровной поехать сюда и прыжок сделать. Гадкий утенок. Да, ёлки-палки. Ладно, лебедь. Получено. Взлём. Типа мне нужно... Сначала мне нужно стать крутым яйцом. Thank you.
Теперь я не смогу разбиться, потому что я вареный. Что? Easy. Yes. Пар, поехали. А в чем сложность? Кажется, я не пойму, в чем сложность здесь. Нихера себе. Ай. А, подожди. Так, и вот так. Испытание пройдено. Challenge one. Зюм, зюм, врюм. Скорее всего, мне за пилу нужно как раз будет еще сюда прийти. Нифига себе. Так, здесь я превращаюсь. Ну-ка, если я ему усы побрею. Го, проверим. Ха. Они как поехали. Поехали обратно. Нифига себе. Изи, гольф. По гольфу. Так. Идем далее. Испытание пройдено. Следующее. Испытание пройдено. Так, ладненько, идем далее. Следующая пила. Будет тут самое херовое, если будет не взорвать бочки. Я это не смогу пройти. Нужно, короче, туда сейчас наметать. Накидать их. Как-то. Ну что, я готов узнать. Пожалуйста, только... За время? Ты как-то... Смог. Сбей флаг. Испытание пройдено. Так, корона у нас еще остается одна внизу. Так. Так, и так. Нет-нет, он вылетел. Ладно.
Тролли да не вытролит. За количество удара. Изи. Что-то не попал синий. Нихера себе. Да елки-палки. Нет, вылазь оттуда. Хорош. За красных. Red is in. Так, готово. Так, летим на выход. Летим на выход. Оп. Хоп, хоп. Готово. Леечка. Так, а у нас компьютер то сломан там. Как я погляжу. Как мы компьютер разломаем, если он сломан точно? Можно жилет взять. Ха. Точно. А вот теперь мы с вами, по идее, можем... доплыть до той локации с конем, да? Или нет? Да. Нет, там был этот жираф, не конь. Там был жирафик. Клюшка. Готово. Поехали. Теперь долго возвращаться. Плаваем, плаваем на лодочке мы. Так, что здесь у нас вообще по островам? Здесь пустой остров. Вот сюда мы приехали. О, дельфинчик. Раз. Так, один есть. Флаг. Второй есть флаг. Три, четыре, пять, шесть. Шесть флагов. Семь. Восемь. Девять. Что-то флагов здесь очень много. Ладно, давайте пару выиграю. Вы думаете, это легко? Это нихера не легко. О, что? Ну он типа просто отказался от
атаковать. А, не взорви! Или не взорвись там. Тогда все просто. Билет. Выживи 20 секунд. Так, ну они, кажется, в меня вообще, да, не кидают. О, нет, начинают кидать. Нужно быстро в ту сторону. В Магадан. Так, готова корона. Так, еще, скорее всего, мне хватит на одну. Так, это значит, садимся в лодку, идем тогда на другой еще берег. Так, сюда можно где-то припарковаться. Так, подожди, внизу есть. Внизу ничего нету, значит, давайте где-то здесь припаркуемся. На острове. Крабики. Ау, как оно? Ну, он, понимаете, недалеко летит, типа, аж мячик. За сколько? За 5 ударов. Нормально. И главное, успеть, когда они начинают двигаться. Типа, просто в тайминг попадать несложно. Давайте тогда еще сразу пойдем. Довольно легкие. Успеваем еще. Так, тут яйца. Так, сюда поехали. Отдых на пляже. А, осьминожка, нифига себе. Вау. Вот это прикольно. А как краб на галерах? Ой, вот это за краба так... Она еще и заполняется. Ё-моё. Порядок. Если на быстроту, то я успею. А, тостер просто нажать. Ай-яй-яй. Блин, нужно было остаться на дереве. Так. Готово. Крабики накормлены. Пожалуйста. You're welcome. Так, ну а теперь можно, в принципе, и заканчивать. Потому что у нас островов, по идее, уже нету. Остались какие-то берега. Да? Как Дикий Запад, будто. Или тут что-то есть? О, компьютер.
Примечание 89. Давай, так, дайте человеку рыбу, и ты накормишь его на один день. Научи человека гольф и ради на его на всю жизнь. Родил его на всю жизнь. Ладно, блин, ладно, давайте закончим еще один остров и все. Ну, здесь. Это ЛГБТ-флаг. Осуждаем. За количество ударов 7, нормально. Не, вот это на самом деле легкие с мечом таким. Так, смеши напитки. Он мешает напитки? А, я застрял. Я понял. Развлекти гостей с ботинками на голове. Так, включите музыку. Пляши. Дискач крабов. Время веселиться. Пати тайм. Вот это прикольно, ладно. Это, скорее всего, даже мне пойдет на заставочку, танцующий крабик. Поэтому давайте на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.